Прошедшая ночь для Барнаула выдалась снежной. На улице города вышли 103 единицы техники, которые очищали от снега и обрабатывали от гололеда дороги и тротуары. За эту ночную смену спецтехника работала на более чем двух десятках улиц краевой столицы. Предусмотрен полный цикл работ по антигололедному, обработке улиц и тротуаров. Для обеспечения проезда, значит, в сельские населенные пункты, находящиеся вблизи города, предусмотрены работы автогрейдерами. Снег будет вывозиться сегодня, значит, в ночь с проспекта Ленина, с проспекта Калинина, с Павловского тракта, с проспекта Строителей, улицы Попова и других улиц. Днем рабочие очищают тротуары вручную и с помощью техники. При этом особое внимание сотрудники уделяют подходам к пешеходным переходам, лестницам и спускам, а также остановочным карманам. По технологии мы прометаем улицу, сбиваем снег в прилотковую часть, потом, значит, проходит грейдер, формирует вал. А после этого уже в вал становится снегопогрузчик, под него становятся самосвалы на вывоз. Самосвалы груженные увозят снег в специально отведенные места, снегоотвалы. Этим утром главные артерии Барнаула сковали 9-бальные пробки. Снегопад не прекращается с воскресенья, поэтому специалисты работают в круглосуточном режиме. Сегодня днем на улице краевой столицы вышли 119 дорожных рабочих и 85 единиц техники. Дмитрий Дроздов. День с толком.